Так, всех привет и приятного просмотра. Продолжаем мы кататься по Евротрак симулятору. У нас сегодня среда, по идее, и мы у нас в автомобиле, только небольшой путь. Всего 5 часов мы будем покатаемся. Не слишком долгие. Мы едем в Мадрид. Это недалеко. Можно так сказать. Я думаю, от Мадрида сможем куда-нибудь еще направление сделать. Так, сколько тут надо? 368 километров. Это не слишком много. А сколько мы заработаем? 12500. Ну, нормально, более-менее. Так, у нас сейчас 14.40... Нет, 9.57. Ну, по идее, должно быть, сегодня кредит должен оплатиться. Давай, освободи меня отсюда. Спасибо большое. Повезем Мадрид, новые автомобильчики. Прицеп какой-то на дороге стоит, я ничего не поймешь. Опять через платную дорогу. Эх, блин. Ну, я бы кранчик мог взять, но он тоже тут недалеко. Там кран стоял, но он тяжелый. Решил я не брать, там 35 тонн. Написан был этот тяжелый вес. В данный момент я не смогу это сделать. Что, сюда можно заезжать? А, сюда нельзя. Сюда тоже могу. А, только прибыл я начальный, да? Впереди будет конец будет, да? Ну, понятное дело. Так, насколько мне хватит? На 800 километров? А, это и нормально еще. Успеем заправиться, а тут заканчивается платная дорога, да, я так понимаю? Замечательно просто.
Так, мне сюда, так я понимаю, да. Оплата по кредиту. Да. Только какая-то она не полная, да? А, нет, полная. 3000. Нормальная. Так и должно быть. Там по-всякому, по-разному времени будет оплачиваться. Раньше вообще бывает по-разному. Ну, точнее, разных времени. Почему-то без понятия. Короче, по поводу кредитов по 100 тысяч. Я говорю уже, еще раз скажу, то, что я буду кредиты больше брать, когда будет у меня плюс 5 гаражей. Ну, получается, если один гараж купил, я его обновил, это как за два, это считается уже два типа гаража. Ну, потратил, пять раз потратил на гараж. В данный момент я потратил два. Чтоб сильно себя в кредит не затаскивать. Ну, что сказать. Так загоню, блин, потом выплачу все это. Заправка, скорее всего, в следующей серии заедем мы. Я думаю, мне хватит бензина, там 700 у меня. Ну, будет 500. Я думаю, 500 километров достаточно, я полностью. Если, конечно, такую же короткую поедем, да, может быть, мне вообще хватит. Когда слишком короткая дорога, ну ладно, ничего не сделаю. Здесь уже взял, будет короткая серия на расслабоне. Обещать себе 15 часов, мы глянем, 3 часа. Интересно, кто-нибудь из водителей мне принесет денежку сегодня или нет? И вообще никто не хочет мне ничего не приносить. Копим 150 и едем в автосалон Мерседес, скорее всего, будем искать. Ну, я вне записи, скорее всего, буду. Может, или просто знаю, где он находится, туда. Ну, 150... Тоже такое поворот событий. Даже не знаю. На бой можно, конечно, пока взял бы. Ну, увы. В данный момент мне денег долго копить на это все.
старается обогнать его, но никак не получается. Не прет мне больше. Не едет машина. Хорошо, держусь левее. В этом доме ездить нельзя. Данная эта машина не предназначена для дорога. Туда едет тупик, наверное. Вообще мы на равных почти едем. Но почему-то он меня тормозит, и мне так кажется. Но сейчас он будет отдаляться от нас. Вообще едем на равных. Или я просто так, как дурак, ездил я. Почему-то здесь удаляется уже. На повороте. Возможно, да. А здесь будет приближаться, да? Да, понятно все. Да, все ясно. Логично. Больше поворотов направо, на правую сторону. Мы будем его догонять его. Все, где фуры с ума сходят, блин, здесь ездят. Так прекрасно ездить. Никто тебе впереди не мешается. Как же это прекрасно. Очумей просто. Часик остался, небольшая серия. Мы почти уже приехали. Десять минут в данный момент мы с такой скоростью сэкономили, точнее вернулись обратно. А здесь мы долго будем, да? Сюда надо, да? Я так понимаю. Держитесь левее. Все, пока. Я уже по другой дороге поехал. Держитесь правее. Затем съезд справа. Съезд справа. Внимание, следите за скоростью. Так хорошо с ним ехали. Оп, до конца бы с ним поехал бы так. Затем повернитесь направо. Интересно, если следить за фурой. Повернитесь направо. Мне здесь надо разворот делать.
как могу левее. Двигайтесь прямо. Двигаюсь прямо. Применив некуда. Внимание, следите за скоростью. Хорошо, слежу за скоростью. Проследил за скоростью. Тут еще на трассе мы будем бегать, нифига себе. Ну да, тут осталось еще 40 минут. Заехал. Сейчас съедете. А, чутка задел. Прикольную музыку надо будет посмотреть, запомните ее и опять запустите что. Так, куда он где у нас повороты делать? Скорее всего здесь, да? Вот это вот здесь вот. Блин, как тут неудобно. Очень неудобно с этой стороны заезжать. С этого столба. Прям в забор еду. Я сказал, я прям в забор еду. В решетку эту. Так, выполняем мы превосходно. 2000 нам дают за уровень. Уровень мы по-любому не прокачали. Еще очень далеко нам его качать. Вот такие дела. 99 тысяч у нас, господи. 99 тысяч. Очмей просто. Ну ладно, я думаю, на этом ночь уже будет заканчивать. Коротенькая серия этот момент. Я не знаю, насколько это вышло, минут. Узнаю чуть позже. На этом все, господа. Увидимся в следующей серии. Это Турки Прохождения. Всего удачи вам и пока.